то я Светланке придумал такой замок. Я первым делом я вытащу эти. А вытащи. Сыр на Калеванчем, на пармезан итальянский. Так. Виля штопчется. Виля штопчется. А только что. Самвел, это твоя реапам, видишь? Ой, спасибо большое, Свет, спасибо. А это для желудка? А чего она вообще реапам? А когда рефлюса, эсофагит, когда не приходит пища, вот тяжело есть. Да? Ну ты даже тебе, помнишь, давала, я же мало такие. Я тоже еще, у меня еще три упаковки. Колбаса. Колбасу надо съесть. Пусть сырочка. Та не то. Ой, Света, подожди, куда ж ты? Это все на кухне продукты. Ольга Леонтьевна, несите на кухню. Дай матери, пускай несет. Сейчас мама даст вам собачку. Держите. Андрюш, ола, кофе. Ола, сакуха. Да. О, кофе, да. А макароны привезла? А макароны будут доходить со мной. Посылки, да? Да, да. Сейчас я первым делом вам собачку. Так, я так а потом всем остальным. Да, бегом. Виля, Доля, скорее. Супер, мама, на близу. Бегом. Сначала даю по палочке, да. По палочке даю. О, Вилина любимая. Он так ждал сегодня тебя. Так, бедолага ждал. Доля, забирай палочку, да. Она ее хочет отгрызть. Так. Теперь мама даст Виле палочку. А так палочка. Но Виля кушает как шоколад. Да. Тут я им купила всякие палочки, кормы. И я мама купила, что я им купила вот такие. Это чинезив купила. И Виля, и Доля одинаковые. Да, Вилю будут подойти. И на Долю тоже. На Долю. Да, а то, если мы откроем, это им одинаковую одежду купила. Это главное, чтобы на Долю подошло. На Вилю то может подойти. Сейчас мама даст вам еще, да. Но это хорошие. Так. А на кого это? Ну, на Долю. И на Долю, на Вилю. Подойду. Так, голова вот здесь, да? Да. Сейчас оденем. Так, раз. Так, мы не увлекаемся сильно палочками, а по чуть-чуть. Хорошо? Долька? Да, Долька ест. Ага. Она ест. О, а то у них одинаковые выйдут, да? Да, одинаковые мама взяла. Это Доли. Это на зиму. Да, вот так, видишь? А, ну, старые ноги не продевались. Не, сзади не, а как она будет писать? Да. Это курс самой Вильки. А ну, Вильки. Смотри, мама взяла. А ну, да. Вилька. Виля, вот тебе то же самое. А то такая... Ама, итальянец, это тобой быстро разделаешь. Слушайте, мне кажется, она то ли великоватая. Не, Виля, это не той стороны. Как не той? Вот этой стороны, видишь? Вот. Она одевается вот так. А это ножки. А, тогда я ей неправильно одел. А что ты Доли в день сразу у меня назад? Мэн байк. Да, да, да. Подожди, дырочка не туда. Там. Подожди, вот а, то наоборот надо было. Видишь, да. Надевай Доли обратно. Доли. Доли думает. Виля, смотри, какая у тебя красивая. О, какой Вильчик, сеньор помидор. Какой ты красивый, Вильчик. А як йому хорошо зимой буде, дивись тут на это. Да, закрывается. А ну, Каляня, попробуй на Вильчика. Док спайл. А это що воно купила тобі? Я ще її. Корм купила, думаю, попробую ти скільзіщен. Ну, це тут треба ножницями розкривати. Ну, то потім попробуй. О, смотри, яка Доля, дама. Доля дуже здорова. Дама з Амстердама. Як здоровая, она наоборот высокая. Вилли лучше, да, смотри, вот на Вилли, Вилли колбаска длинная, а Доли якась длинная. Да на ноги затем. Корм купила такой из крылищин. И вот это, все, по последней палочке, и на сегодня лимит исчерпан. Потом, да, ты раскроешь тут ножницы. Я потом попробую. Они довольные такие, да, сын? Раз. Италии. Я помню, с магазина выходил, Вилли меня только и ждал. Да. Я Виля будет есть. Так, это мы послаживаем Андрюша собачьи туда. Ты не замерзла? Нет. Достал пока на диване. Нет. Только закрой пакет, но не достану. А я к ним красиво, да, правда? Колясю! Все,
сердце надела, сердце. Что тебе не хочешь? Тут лекарства. Это лекарство. Пошли, будешь кушать потом. Сейчас, когда же какое лекарство принесет? Да, сейчас я хочу ручку подбросить. Сынуль! Так, пап, не спеши, не спеши, сейчас. Это не бискотик. Да что, мне не кажется небольшая, нормально на долю. Папа, но не умеешь. Не бискотик. А с нутеллой попробуй. Печенька такое вкусное. С нутеллой, да? С нутеллой вкусно. Андрей, Андрей, это... Сейчас посмотрим. Так, это папа тебе. Это же в Италии. Это тебе, папа, на? Потом эти дамы тебе я привезла. Это думала про Андрея в Италии. Да, я тут про всех подумала. Вы не думали. Думала, ты там нашла себе сеньора здесь. Я уже знаю, что это. В пригороде прибыл. Я не кадоли. Не знаю, мне кажется, что на долю не будет. На долю надо большую. Сейчас на минуту. Да я говорил, что на долю не будет. Да я говорил, что она не будет, оно маленькое, сразу видно маленькое. Оно света же не попускается, не больше, не меньше. Светлана. Спасибо. Давайте по очереди. Вы так быстро все бегом, бегом, как это, как на вокзале. Спасибо. Своей маме я сниму сюда. Я сниму. А это маме вот это вот она здесь. Я говорила, ты только для мягка, да? И ты со мной только это... Только после того, как почистить. Я свое сниму пока. Ага, спасибо. Хорошо? А что это? А тут же шина рисовка, а помада. А что, там нету, чтобы попускать? Не, да я говорил маме, что надо брать что. Потом, Светланка. О-о-о. А это ты знаешь, кому обещала соседу? А другая еще придет. О. Ой, Света, Фаренгейт, спасибо огромное. Тут сынок тоже тушит. Да, у меня тоже. А ты что заховала? Показать, что тебе? Ты показала. Хватит, мать показала раз и хватит. Я покажу тебе попозже. А, я забыла, это тебе сынок. На день рождения, я одну покажу. Чем я сейчас его? Кьянти. Хорошо, сейчас я его поставлю в холодильник. Видишь, Светланка, я тебе говорил, что они будут маленькие, потому что ты купила, они не попускаются ни на больше, ни на меньше. А там на кухне его ручка. Вот там, открываешь. И снимай, потому что им жарко. Светлан, видишь, ты купила, я тебе говорил, надо смотреть, что они попускаются. Они нигде не попускаются, ни больше, ни меньше. Они все маленькие, на вилю, на долю, я же тебе говорил. Ну, вот, ты же видала, какие у вилли у доли? Не, я потом им дошью тут. Видишь, тут надо такое дошить надо. Я потом сделаю. Я никуда не спешу. Не спеша. Да, как им красиво одинаково, правда? О, какие красавцы два. Это тебе сниму, потом спешу. Хорошо. Это я лекарство купила. Спасибо. Смотри, это я лекарство прислала. Что-то там, что-то, вот это витамин D. А жидкий. Что там дешевше? Ну, не то, что дешевше, а то, что лучше мне надо. Качество. Качество лучше. Вот это дибаза, видишь? Это специально D. Она вот срачки купила. Нет, срачки ничего не покупала, я только для себя купила. Так, это тоже мне специально для щитовидки. Это я купила давление себе, рамиприл и витамины. Ну, еще там я, ну, тебе в посылках остальное придут, потому что там две посылки отправила. Ну, хорошо? Короче, это потом посмотрим. Ну, иди руки мой, иди руки мой. Ну и все. Закрой только пакет там, где корм, они съедят моментом. Я наверх положила. Давай, дочка, мама, снимет. Ну, вот это им будет классно. Ну, у Доли тоже такой свитерок синенький есть. Вот сейчас как раз прохладно было два дня, то можно было одевать. Не застегаться, так хорошо, раз на тип-то. Да, так лучше, что. Так, там мама еще вам форму приготовила, эксклюзив. Так, сумки сейчас будут рейтинг. Там ничего такого нет. Там ничего нету, корм не скушает. Корм.
Все, идите, садитесь. Покажи сыр, Андрей. Так. Сыр пармезан. Смотрите, дивіться. Все с чеками, дивіться. Все нове. Мама. Вот такой античий маэстри. Три куска, да? Потом итальянский пармезан. Вот такой три куска. Короче, два вида сыра. Это хороший сыр. Три таких, три таких. Вот такое мясо два одинакового. Вот. Потом кофе, это и три палки колбасы. Вот Галеонтина думала, что что-то другое. Там поняла, что колбаса, и расстроилась. А ты любишь эту халву? Да, я, ну, я ем все, в принципе. У меня такого нема, что я что-то не люблю. Я ем все. Но я не сильно его так, я знаю. Вот то Светлана с Колей любят. Сейчас я уже, так. Знаешь, здоровья нема, такое есть, поэтому уже что, ешь такое, что попроще. У вас картошка не переварится? Вы пюре? Я без понятия, я хотел пюре. Пюре, пюре? Да, я не успеваю просто. Я успел борщ сварить, еще не... Она не знает, эта картошка так долго варится, вот это продолговатая. Почему она так долго? Я не приготовил, да? То мама готовила. А ты сказал, что нема ничего. Есть на столе и пистолет. Под столом, что у нас там есть? Света, иди свои орхидеи посмотри. Света, иди дай орхидеи. Так что наготовили. Ты бачила, что с цветком ты случилось? Андрей так боялся, ты цветок выставляешь. А я не виноват, я не знаю, что с ним случилось. Смотри, он поотлетало все. Они все плачут без тебя, смотри, что с ними. Они все какие-то липкие. Сегодня я им займусь вечером. А чего они так стали? Они почувствовали, что ты приехала. Их надо, есть там специально для вот побрызгать, помыть. А, я не делал. Я сегодня до них дотронусь, завтра им будет хорошо. Причем и там те тоже такие. И вот эти тоже, я вижу, плачут. Они за тобой плакали. А на улице, то вообще-то, что во мне надо порядок привести. Засыхает. Хорошо, я... А что там на улице с цветами? А на улице ты ее должен был пересадить, она засохла, зай. А ты говорила, что еще рано, когда она цветет. Когда она цветет, ее надо вообще завтра ее пересажу за это. А это Виля, мама тебе корму привезла, экспрежище. Идет. Сейчас мама тебе даст корму. Вилечка, что там мама тебе дает? Скорее. А вот у маленькую. На, Виля, скорее попробуй. Там мама с бисеками попробуй, как бы снять, давай, робот. Доля, быстро, как услыхала, что по тарелке. Не, его не будет, он на вечер кушает сюда. Это хороший. Это артисты, они на вечер кушают. Ну,